Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и я сейчас продолжаю обзоры на коляске от компании ABC Design, и сегодня я хочу вам рассказать о коляске ABC Design Avus. Напомню, ABC Design — это премиальный немецкий бренд по очень демократичным ценам на самом деле. Ну, к этому мы вернемся. И сегодня мы посмотрим с вами на такую всесезонную прогулочку от их компании. И подмечу сразу же, наверное, знаете как, вот в одной модели вроде бы все хорошо, а один момент какой-то не нравится. В другой вроде все хорошо, другой момент какой-то не нравится. И вот они, наверное, подглядели все эти моменты и устранили их вот в этой модели. Большинство, она тоже не идеальна, к сожалению. Но в целом, в совокупности, получилось прям вот практически прям на 95% из 100%. Давайте в двух словах технические характеристики. 2 года гарантию дают, очень неплохо. Вес у нее абсолютно адекватный, 9,5 килограмм. Это не невесомая коляска, но это всесезонка, поэтому это хороший вес. 120-165 наклон, я его вам покажу. С 3 месяцев можно где-то до 4-5 лет эксплуатировать эту колясочку. Из таких прикольных вещей: 55 сантиметров всего колесная база, везде спокойно поместитесь. И 22 килограмма выдерживает коляска. Вот, собственно, это ее такие короткие технические характеристики. А подробные будут по ссылке внизу в описании на First Buggy. Там детально все расписано, поэтому можете ознакомиться там. Сверху вниз будем изучать. Начнем с ручки. Ручка у нас регулируема в очень широком диапазоне, поэтому тут с любым ростом родитель подберет под себя нужную высоту. Здесь даже не имеет смысла озвучивать, какое расстояние от полки, от ручки до пола. Любой рост спокойно можно подогнать. У меня вот 186 сантиметров рост, и я не знаю, большинство положений мне отлично подходит. Ручка обита приятной эко-кожей, ручка толстенькая, как вот мне нравится, чтобы она была, держишься за нее уверенно, а не такая тонюсенькая. И она мягкая, вот прям класс. Вот, что касается козырька, вот эта секция, она у нас, можно ее, скажем так, отстегнуть, и она откроется, или застегнуть, чтобы ее не было. Но обычно никто не парится, открыли, и максимальный козырек используют. Также есть смотровое окошечко у нас здесь с сеточкой, но вот эта вот крышечка, она не фиксируется магнитом, она просто внахлёст опускается, и все. Козырек, вы видите, большой, если сверху посмотреть, он полностью закрывает всю коляску. Козырьку тут претензий на самом деле ноль. У ABC Design мне нравится ткань. Это тактильно очень такая нераздражающая, приятная даже ткань. Типа плотной такой джинсы. Эти ткани себя зарекомендовали как долгоиграющие, долго не теряют товарный вид. Ее тяжело подцепить, зацепить, поцарапать. Они непродуваемые, долго держат влагу. В итоге, конечно, любая ткань промокнет, но это нужно время. Вы успеете дождевик одеть, дойти до нужного места вам. Поэтому с этим все хорошо. Так, смотрите, из приятных вещей. 120 градусов спинка. Вот сегодня, например, в первой коляске была женщина, которая искала именно более вертикальное положение спинки, потому что в предыдущей коляске было почти 90 градусов, и ребенок вообще отказывается сидеть с наклоненной спинкой, а почти все коляски с заваленной спинкой. Здесь же у нас получается почти капитанская посадка, и ребенка, как бы, ее это устроило, и он спокойно сел. Вот вам, как говорится, еще одна причина посмотреть на эту коляску. Что касается наклона, 165 градусов, подножечка, вот, не полностью горизонтальная поверхность, но достаточно, чтобы ребенок мог спокойно поспать, и регулировка здесь осуществляется, видите, не ремешком, а с помощью вот такой ручки, раз, раз. Вообще супер. В большинстве колясок используются ремешки. И эта же женщина, которая искала вертикальную спинку, искала только вот с такой ручкой. Вот уже два параметра, которые в одной коляске подошли. Я же говорю, здесь как-то вот все продумали. Вот. Соответственно, пятиточные ремни с мягкими накладками, паховая зона и плечевая, все хорошо. Бампер, он тоже у нас откидывается как калиточка, все нормально. Обит такой же эко-кожей, как и ручка. Ну и, соответственно, подножечка, которая регулируется с помощью вот этой кнопочки, раз и вниз. И площадка, чтобы ребенок мог ножки ставить, залазить, все, естественно, есть.
И сразу хочу заметить, здесь бампер недалеко где-то спереди, что ребенок к нему тянется, а он прям перед ребенком. Пространства достаточно, естественно, чтобы ребенок сидел, и ему не нужно за ним сидеть вот так вот. В общем, положение бампера здесь вот прям четкое. Вот, соответственно, давайте посмотрим с вами дальше на ее конструкцию, на раму. Рама у нас, естественно, металлическая. Какая же она еще может быть, да? Подгонка, здесь детали хорошие. Все механизмы внутри крепления металлические, а не пластиковые. Это говорит о ее надежности. Поэтому к надежности у меня к этому бренду, в принципе, претензий нет. Колеса у нас полиуретановые, очень-очень мягкие. Я бы даже назвал ее практически по мягкости, как надутое колесо. Поэтому вам хорошая альтернатива, чтобы не надувные покупать, а именно вот такие. И она еще из-за этого и легкая. Вы не проколите никогда. И они достаточно тихо едут. С этим все хорошо. Колеса передние у нас с возможностью блокировки, естественно. Куда без этого. Амортизация у нас есть и на передней оси, и на задней. Что касается тормоза, кстати, смотрите, нажимаем на тормоз. Казалось бы, нужно ковырнуть обратной стороной обуви, чтобы отпустить тормоз. Но нет, здесь есть маленькая педалька, на которую нажимаем сверху же. Я такое, честно, первый раз вижу, чтобы две педальки было. Одна маленькая, другая большая. В общем, тормоз здесь вообще суперский. И еще мне понравилась здесь конструкция багажника. Очень хороший доступ, большой доступ. Проем очень такой большущий. Основание в багажнике вшиты пластины пластиковые, чтобы он не прогибался. И, соответственно, он глубокий, вместительный. Мне, в общем, вопросов у меня нету. Также здесь есть маленькая такая секция с инструкцией. Можно ее вытащить и туда что-то другое положить. Так, соответственно, здесь мы с вами все посмотрели. Что касается комплектации, сюда еще входит на зиму вот такая вот накидочка на ножке. Давайте так вкратце ее покажу. Она, видите, уже я ее расширил. Можно замочек закрыть, она станет чуть короче. Вот, соответственно, вот так одеваем ее. Вот так вот она у нас за бампер, соответственно, крепится. Закрываем. И ребенок у нас готов к непогоде. Соответственно, к этому тоже претензий нет. Накидочка то, что надо. Так, смотрите. Теперь давайте я покажу, как она складывается. Мне вот очень понравилась эта система. Здесь вот тут под ребеночком, соответственно, мы откидываем вот так вот крышечку, и снизу мы видим такую пластиковую крепкую ручку, за которую мы хватаем и тянем за рычажок и тянем вверх. Все. Больше нам ничего делать не нужно. Вот так она складывается. Сбоку срабатывает фиксатор, который, чтобы разложить, нужно оттянуть. Вот ручка, о которой я вам говорю. Вот это вот рычажочек. Вот так просто оттягиваем и поднимаем. И она сама складывается. Вообще супер придумали. Никаких ремешков там, ничего. Обычно там бывают тоже кнопочка и ремешок. А здесь полноценная пластиковая толстенная ручка. В общем, как-то обо всем позаботились, продумали. Я вот даже не знаю, какой минус здесь сейчас назвать, потому что, как по мне, его нет. Давайте единственное комплектацию проверим. Да, и дождевик еще фирменный, оригинальный, будет идти вам в комплекте. В принципе, все. Добавить мне больше нечего. Я лишь могу сказать, что это действительно классная коляска. Ну, по очень демократичной цене, на самом деле. Это даже, знаете, цена обычной коляски, без приставки премиум, поэтому они молодцы. Мне вот вопросов к ним нет. Мне никто ничего не заносил, просто говорю свое мнение, чтобы не подумать, что я это нахваливаю. И действительно, у меня претензий вообще нет. Вот, если обзор был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И хочу пожелать вам удачи на дорогах. Пока!